Одни неприятности. На чердаке жил рыжий котенок, и никто не знал, как его зовут, потому что хозяина у него не было. Однажды щенок бегал по двору и лаял. Гав, гав. «А зачем ты меня зовешь?» – спросил щенка котенок. «Я тебя не зову», – удивился щенок. «Это я просто лаю, гав». «А меня так зовут. Котенок Гав». Когда соседский черный кот узнал, что рыжего котенка зовут Гав, он почесал спинку о трубу соседского дома и сказал: «Я бы не советовал котенку с таким именем спускаться во двор. Во дворе котенка с таким именем ждут одни неприятности». «Если они меня ждут, надо идти», – подумал котенок Гав. И стал спускаться во двор, напевая песенку. «Раз, два, три, пять, я иду искать». Во дворе котенок Гав внимательно осмотрел все уголки. Нигде никаких неприятностей не было. «Где же они, эти неприятности?» – спросил котенок у черного кота. Вдруг во двор вышла большая собака. Она увидела котенка и позвала его. «Эй, ты, рыжий, иди-ка сюда. Как тебя зовут?» «Гав», – сказал котенок. «Что?» – удивилась собака. «Гав». «Ах, ты еще дразнишься?» – закричала собака и погналась за котенком. Но черный кот прыгнул между собакой и котенком. Собака погналась за котом, а котенок убежал. Когда котенок Гав примчался на свой чердак, кот спросил его: «Ну что, убедился, что во дворе тебя ждут неприятности?» «Нет, не убедился. Я их искал и уже почти совсем нашел. Но меня собака прогнала».